Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о таких препаратах, которые помогут нашим растениям завязать хороший урожай, образовать больше плодов, нарастить большую корневую систему. Эти препараты называются стимуляторы. Бывают такие случаи, когда вы все правильно делаете, а растение все равно растет как-то не очень хорошо. Причиной может быть плохая корневая система. Как раз для развития корневой системы вот есть такой препарат, называется корнерост. Препарат может называться также корневин, корнесил. Здесь находятся соли калиевой кислоты, и она как раз стимулирует нарастание корней. И этот же препарат применяется для укоренения черенков. Достаточно в него окунуть черенок, и корни образуются быстрее. Есть также стимуляторы плодообразования, зависть и бутон. Опрыскивая этими препаратами цветы, мы добиваемся того, чтобы не было пустоцветов, то есть чтобы каждый цветочек завязал плод и получился лучший урожай. Бывает, что растения попадают в неблагоприятные условия, и они испытывают стресс. Стресс для растений чреват тем, что замедляется их рост. Многие могут в период покоя впасть, а многие могут и вообще погибнуть, если какой-то попадают они в засуху, или наоборот, они чуть-чуть подмораживаются. Ну, или какие-то другие неблагоприятные факторы на них действуют. Вот здесь помогут пережить вот этот стресс стимуляторы иммунитета. Это и HB, это и ИПИН, это и янтарная кислота. И вот такими препаратами можно помочь растению лучше расти, лучше цвести, помочь получить нам лучший от него урожай и пережить все стрессовые ситуации. Обязательно используйте стимуляторы. Обязательно стимуляторы должны быть в вашей садовой аптечке, а наши советы помогут вам правильно и грамотно их использовать.